Возможное привлечение Трампа к уголовной ответственности вне компетенции Конгресса. Комитет Палаты представителей все от себя зависящее сделал. Как отмечают юридические эксперты, провел по-настоящему качественное расследование. Особенно если учесть, что большинство свидетелей отказались от дачи показаний, ссылаясь на пятую поправку Конституции, то есть опасаясь свидетельствовать против себя под присягой. Это в том числе и такие заметные фигуры, как Роджер Стоун или Майкл Флинн, консультировавшие Трампа. Никто так и не предоставил доказательств фальсификации на президентских выборах. А именно этот аргумент Трамп использовал, чтобы сподвигнуть сторонников пойти на Капитолий. Если ты в СМИ говоришь о том, что у меня там доказательств очень много, нарушений, а потом, когда тебя спрашивают под угрозой уголовной ответственности, потому что свидетель несет уголовную ответственность, ты отказываешься давать показания и объяснять, какие у тебя были доказательства, это звучит странно. Поэтому членам комитета пришлось восстанавливать картину событий 6 января, основываясь на показаниях второстепенных свидетелей, анализе переписки, телефонных переговоров и публикаций в соцсетях. Господин Трамп допустил ключевые ошибки с 13 часов 10 минут, когда закончил свою речь на митинге, призвав сторонников к маршу на Капитолий, до 16 часов 17 минут, когда он в итоге нехотя сказал сторонникам расходиться по домам. На эти 187 минут он намеренно пренебрег своей конституционной обязанностью добросовестно следить за соблюдением законов. Вот опубликованные накануне стенограммы показаний 34 свидетелей. А вот что сообщил комитету 6 января тогдашний сотрудник Белого дома Николас Луна, случайно услышавший телефонный разговор Трампа с вице-президентом Пенсом, отказавшимся оспорить результаты выборов. Я в тот момент принес записку, и, насколько я помню, я слышал слово «слизняк». Он так и сказал: «Ты слизняк и будешь слизняком». «Слизняк» — это слово, которое я запомнил. Наверное, потому что не ожидал услышать такое. На самом деле комитет проделал огромную работу. И, собственно говоря, вот то, что комитет уже сказал, что по четырем статьям он будет просить возбудить уголовное дело в отношении Трампа и Истмана, это тоже показывает, что работа была проведена не зря, ну и комитет уверен в своих доказательствах. Джон Истман – это консервативный юрист, искавший для Трампа лазейки, как остаться у власти, несмотря на поражение на выборах. По каким из четырех статей обоим будут предъявлены обвинения, а главное, будут ли, решать уже Министерству юстиции, конкретно спецпрокурору Джеку Смиту. Его назначил глава Минюста Мэри Гарланд, как только Трамп заявил о желании вновь баллотироваться в президенты. Смысл в том, что самого Гарланда с министерского поста глава Белого дома может уволить, а вот со спецпрокурором провернуть такое будет сложнее. К тому же подобные назначенцы – это карьерные юристы, не замеченные в симпатиях к той или иной партии. Им и доверия больше. Гарик Мигницкий, Артем Кохан. Настоящее время. Америка. Вашингтон.